Привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с Крымского моста и подходов к нему. Ну и, как видите, начали мы свой с вами обзорчик с бегемотика. Вот такие будни трудового отдыха. Да-да, отдых — это тоже работа. Попробуй поваляйся на пляже целые сутки. Тяжеловато, конечно. Ну и вот посмотрите, теперь давайте переместимся на мост. Сочетаем приятное с полезным. Ну, непонятно, что здесь приятное, что полезное. Ну, короче, вот на мосту, видите, все ближе и ближе к аркам подходят сварочные машины, которые сваривают стыки рельсов. 25-метровые рельсы преображают в плети по 440 метров. Ну, а здесь работает железнодорожный кран. Уже хорошо видно, что... Я и раньше это говорил, устанавливают уравнительные приборы, то есть 440 метров плеть, и потом уравнительные приборы устанавливают, там такой разрывчик есть. Ну, это на пальцах не объяснишь, кто не знает, можете зайти ко мне в группу ВКонтакте, там Александр Михеев хорошо это показал, схемки. И вот эти уравнительные стыки нужны, чтобы не было выброса плети, так называемой. Ну, все мы знаем, что летом металл расширяется, зимой сужается. А если жестко все это закрепить, то будут искривления. Ну, или, проще сказать, выброс плети. Так что вот трудятся сварочные аппараты, и скоро они уже на пятом участке, и скоро подойдут уже к аркам. Ну, а так... Что еще здесь? Практически мост готов, верхнее строение путей. Ну и теперь осталось только сделать сигнализацию, СЦБ и прочее. Ну, может быть, а может быть, это еще и труднее, чем то, что сделали. Ну а мы плавненько перемещаемся с вами, вот сюрприз, на Таманскую сторону и продолжим свое путешествие в сторону Тамани пассажирской вокзала и в сторону тоннеля. Посмотрим, что здесь у нас. Ну и вот мы заходим на развороте, видим, стоит путеукладчик таманский. Сколько техники здесь, посмотрите, железнодорожный кран, ВПРС-ка стоит, ну и платформы для погрузки и перевозки рельсошпальных решеток. Ну и давайте по зданиям пробежимся. Это у нас здесь район Тамани сборно-сортировочный. Много зданий, сооружений, слева еще строится. Ну здесь объемы, я вам скажу, не меньше, чем с крымской стороны. Хотя... По железной дороге, если посмотреть, здесь практически все готово. Уже можно открывать движение. Ну вот мост еще и Керчь-Багерова 18 километров, да, нужно сделать. Ну а здесь, конечно, еще здания строят, они уже тоже высокая степень готовности. Вот посмотрите, даже асфальт положили уже, где-то уже вот черной землей отсыпают. Ну, это не лопаты, вот что он отсыпает. Что-то он там чистит, лотки, наверное. Ну и вот дальше тоже такие же здания. Если честно, затрудняюсь я сказать, хотя где-то есть схемы, что какое здание обозначает. Да, и не суть важно, кому нужно знать, что кроме Ларина, что обозначает какое здание. Главное, что мы видим, что здесь все строится. Вот мы застали процесс укладки асфальта. Видите? Ну вот здесь Тамань. Ну вот как на картах с Яндекс. Тамань сортировочная написано. Некоторые меня поправляют, что это неправда. Неправда, говорю, неправильно. Ну, может быть, может быть. Ну а мы вот перемещаемся с вами, собственно, на железную дорогу. Платформа. Вернее, две платформы, навесы. Платформы сделаны в разбежку, видите, в сторону Крыма, вот ближе к нам. Туда, в сторону Краснодара. Дальше. Вот по ходу движения, если вот
два основных пути и две островные платформы. А всего здесь четыре пути для электричек. Вот такой маленький, но уютный вокзальчик здесь сделали в районе Тамани. До самой станицы примерно там 2 километра, может быть чуть больше, но не намного. Ну и вот, собственно говоря, подлетели мы теперь к Тамани пассажирской, посмотрим. Вот с красными полосочками, видите, это само здание вокзала. Посмотрите, здесь тоже уже асфальт, все готово, газончики. Вот диспетчерские службы там здания, еще какие-то, вот большое здание, вышки радиорелейной связи, все тоже 3 штуки здесь вот стоит. Ну вот давайте зайдем с другой стороны. Ну здесь в принципе немного, вокзал небольшой, вот эти здания технические гораздо больше, но потому что здесь ведь не только пассажирские поезда будут ходить, много будет, я надеюсь, и грузовых. А это посмотрите, как сделали оригинально. Вход на платформы, он будет подземный пешеходный переход. Впереди поставили небольшое зданице, там два зайца сразу, и рамки будут стоять, вещи просвечивать. И, наверное, вот билет в кассе покупаешь, уже все, наверное, привыкли ходить через турникеты на станции, на электричке. То же самое будет и здесь. Ну, здесь, конечно, поток небольшой, поэтому и здание такое небольшое. Вот в вокзале билетик купил и пошел туда на электричку. Тамань-Керчь или Анапа-Керчь. Анапа-Феодосия. Да много можно придумать. Краснодар-Феодосия. Ну, если уже Краснодар-Симферополь, то это уже, наверное, пассажирский поезд. Ну и вот, смотрите, края выложены тактильной плиточкой желтого цвета, полоски. И мы покидаем с вами станцию Тамань-Пассажирская и движемся вперед. А впереди вот мы видим слева тяговая подстанция, ну, справа городок строителей, созданный из вагонов плацкартных или купейных. Они здесь очень и очень давно стоят. Видимо, с начала строительства. Ну и вот очередная железнодорожная техника здесь. Но все равно вот рабочие здесь работают еще. Последние штрихи, марафет наводят. Это вот электробаластер стоит. Мы его частенько видели на мосту, вот с маневровым тепловозом. Давайте повнимательнее посмотрим. Вот он. Вагоны, бытовки. РЖД, вот символика РЖД. Ну а здесь у нас тяговая подстанция, там, собственно говоря. Ну и вот сходится в два пути горловина станции, тупичок здесь. Там вот эта красная шайтан машина, помните, ездила такая по мосту. Не маленькая вот эта, какая рельсы приподнимает, а другая, вот мы ее тоже с вами несколько раз видели. Вон она как раз в тупике стоит, вот она. Стоит себе. Ну и вот летим мы с вами дальше, летим в сторону тоннеля. Как-то у меня даже есть видео, вот здесь вот пролетая, прошел такой небольшой составчик, похожий на рельсовый автобус, такого красного цвета. На довольно-таки приличной скорости до Тамани, до самой станции. Боссов вез, высадились они там, как раз это вот видео, где ждали главу РЖД.
Натыкано здесь вот лэпов одна на одной, прям чистокол из них, лес. Ну, естественно, много нужной энергии. Здесь рядышком и порт Тамань, там всякие разные терминалы. Вот с таким изгибом идут рельсы. Потому что они вот здесь расходятся, и потом под автомобильной дорогой, по подходам автомобильным, пересекают их. В разных уровнях рельсы проходят снизу. Ну и опять же, и тоннель здесь еще сделали, тоже пересечение выходит от этой основного пути, веткая, и вот идет она в сторону порта. Хотя вот там вдалеке еще есть железнодорожные нитки, туда идут. Ну, там много всего. Вот, казалось бы, станция выше Стеблиевской, раньше там ходил один вагон, поезд, да и то потом отменили его до Старой Титаровской, по-моему. А сейчас, я говорю, заехал когда туда посмотреть, там заборы, охраны полно, ну такая очень серьезная станция. Стоят вагоны, цистерны, очень много. Ну вот, вторая жизнь. Все там электрифицировано. Ну и вот мы подлетели к тоннелю с вами. Видите, работает дрезина, вот контактный провод проверяют. Матриса, ее называют, наверное, я уже с этими названиями спутал все. Ну и вот он, тоннель, мы его еще застали с вами, как его строят. А сейчас уже, видите, обсыпали, откосики зеленые, и сверху проходит железная дорога. Тут тоже сделали улавливающие тупики. Хорошо видно. Ну, может, не улавливающие, просто тупики. Но улавливающие совсем не похожи. Да, вот там стоит какой-то еж. Ну и вот, смотрите, красота какая. Вот хорошо здесь видно, ветка идет тоже электрифицированная. Ну, все здесь все электрифицировано полностью. Ну и вот такой получился ролик. Вот на Тамане, мне кажется, вот это самое интересное. Здесь тоже еще довольно-таки динамично идут работы. На станции Тамань пассажирская, Тамань сортировочная. А я на этом заканчиваю свой очередной обзор. И говорю свои слова дежурные. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, кому понравилось видео. А кому не понравилось, делаем то же самое. Всего вам хорошего, дорогие друзья, и до новых встреч!